Факс. Кому? Начальнику санэпидемстанции. От специального комитета по бедствиям. Департамент специальных исследований города Ракум. Этот документ строго секретен и подлежит уничтожению после прочтения. Данный комитет провел расследование относительно эпидемии Т-вируса, произошедшей недавно. Согласно результатам расследования, нанесенный ущерб оказался значительно больше, чем сообщалось ранее. Первое. Хотя и сложно получить точные данные в конкретных цифрах. Более половины ученых погибли после утечки Т-вируса. И количество жертв будет увеличиваться, так как у оставшихся в живых налицо симптомы Т-вируса. Второе. Система безопасности все еще действует. Однако почти весь персонал службы безопасности был уничтожен. Поэтому мы считаем, что вся информация по этому вопросу должна содержаться в строжайшей тайне. Встречные меры должны быть приняты как можно скорее. Наконец, много субъектов эксперимента сбежали и не контролируются. Мы полагаем, что некоторые ученые были убиты этими субъектами, и их тела были изуродованы. Правда, эти случаи – доказательства нашего успеха. Хотя есть довольно большая степень риска попадания этих сведений в прессу, если мы не будем действовать немедленно. Ситуация очень серьезная. Своими силами решить проблему нам очень сложно. Мы очень заинтересованы в быстром вмешательстве полиции и STARS. Мы нуждаемся в их силах для быстрого исправления сложившейся проблемы. Пароль 01. «Я клянусь», — сказал лорд, — «за то, что вы сделали это и не отказали вашем сыне, вашем единственном сыне. Сгенерировано 2216».
Система безопасности. Уровень 1. Порт вертолета. Доступен только правительственным исполнителям и должностным лицам. Данное ограничение недействительно в случае несчастного случая. Проход к вертолету. Никто не может пройти без сопровождения консультанта исследований или начальника службы безопасности. Все другие будут застрелены при приближении. Лифт. Лифт останавливается во время действия чрезвычайного положения. Уровень 2. Конференц-зал. Конференц-зал контролируется специальным отделом исследований. Ответственный менеджер конференц-зала Кейт Арвин. Уровень 3. Тюрьма. Тюрьма контролируется отделом очистки. Консультанты исследований Смит, Росс, Вескер должны присутствовать при использовании вируса. Тройной замок двери. Никто не имеет доступа, если он не представит все пароли. Документы с паролями создаются специальной машиной начальниками всех отделов исследований. Электростанция. Разрешен доступ только для наблюдателей штаб-квартиры. Данное ограничение недействительно, если консультант исследований получил специальные инструкции. Машина паролей. Никто, кроме начальников отделов исследований, не имеет доступа к машине паролей. Уровень 4. Совершенно секретно. О развитии тирана после использования Т-вируса. Далее неразборчиво.
Пароль 02. Я буду благодарен вам, и ваши потомки будут столь многочисленными, как звезды в небе, и как песок на морском берегу. Ваши потомки будут овладевать городами их врагов. Сгенерировано 2217.
Пароль 03. И все нации на Земле будут повиноваться вам, потому что вы подчиняетесь мне. Сгенерировано 22.18. Крис! Джилл! Крис, Вискер! Я знаю! Черт, не открывается! Джилл, подожди! Я спасу тебя! Хорошо, жду! Ребекка, ты жива? Я увидела тебя в саду. Наконец-то я тебя догнала.
Ну, я рад, что ты в порядке. Больше не ходи одна. Есть, сэр! Крис, как мой подчиненный, ты слишком одарен. Я бы никогда не стал работать на такую компанию, как Umbrella. А ты, Вескер, раньше работал на Umbrella. Ты о чем? О том, что ты агент Umbrella. И предал отряд Старс. Ты не прав. Я действительно раньше работал на Umbrella, да. Но сейчас я готов пойти на все. Даже на уничтожение бдительного отряда Старс. Произошло худшее из того, что могло произойти. В результате неудачного эксперимента возник вирус. Биологическое оружие, которое поразило всю лабораторию. Да нет, худшее, что произошло, это то, что появился вирус Тиран, из-за которого я потерял членов своего подразделения. Ты убил их своими руками. Не ты ли убил Энрико? Правда? Да, вот так. Ребекка! Стой! Если двинешься, я убью тебя, Крис. Да, я хочу тебе кое-что показать. Давай. Это? Совершенно точно. Это совершенная форма жизни. Тиран. Крис? Да замолчи. Вескер, мне жаль тебя. Это твой спаситель? Ты сохранил это убожество? Это твой спаситель? Можешь убедиться сам, убожество тиран или нет. Отправляйся ко всем чертям. Джилл присоединится к тебе. Что? Не сюда! Тебе меня не убить! Ого! Ого! Кажется, этот бронежилет достаточно прочный. Это точно. А что об этом думает капитан Вескер? Он сдох вместе с совершенным убожеством. Торопись, нам нужно уходить отсюда.
Стой, Крис! Что, Ребекка? Я видела папку с документами в этой лаборатории. Там говорится, что значительная часть материалов по вирусу «Тиран» находится здесь. Мы должны взорвать этот дом. Мы уже думали об этом. Ребекка, ты можешь это сделать? Так точно, сэр. Я включу систему самоуничтожения. Отлично. Теперь у нас есть шанс выбраться отсюда. Увидимся снаружи. Джилл, извини, что заставил тебя ждать. Крис! Тебе можно доверять. Пойдем, нечего здесь торчать. Пойдем дальше. Пошли! Это Брэд. У меня кончается горючее. Если здесь есть кто-нибудь живой, свяжитесь со мной. Это Брэд. У меня кончается горючее. Если здесь До взрыва осталось 3 минуты. Получилось! Я включил систему самоуничтожения. Отлично! Ребекка, Брэд наверху в вертолете. Смотри, что за чудовище!
Позволь, я займусь ими. Но... Крис, свяжись с Брэдом быстрее. Окей. Крис, используй это. Бей чудовищ с помощью этого.
Resident Evil.